Наиболее эмоционально высказался Никита Михалков. По его мнению, у нынешнего президента огромное количество достоинств. Он не состоит ни в одной партии, выходец с Урала и должен понравиться регионам. И кроме того, Ельцин динамичный лидер, и последующие 4 года с ним должны пройти без потрясений. И, наконец... Пункт 5. Борис Николаевич Русский. Он, простите меня, мужик. А Россия – имя существительное женского рода, и мужик ей необходим. Кстати говоря, вот это вот такая удивительная вещь. Вы же получали призы, премии там, или там вы орден там получали. Какое это имеет отношение? Я агитировал за Ельцина, потому что то, что было вместо него, я не мог за это агитировать. Явлинский, я понимаю, да. Это раз. Во-вторых, посмотрите мою картину «Анна от 6 до 18», когда я говорю о том, что да, у меня разные отношения, но в этой ситуации сегодня другого выхода нет. И я нигде абсолютно... Это, так сказать, такая чудная тоже подтасовка. Как ему тогда лизал, а сейчас неправда это. Это неправда. Моя совесть перед ним чиста. Моя совесть перед ним чиста. И когда меня попросили помогать ему на выборах, я это делал абсолютно не за награды, деньги. Но или альтернативы привили. Не было. Тогда. Я делал это потому, что я понимал, что если не он, то в этой ситуации альтернативы не было. Но еще, извините меня тогда, мы ничего не знали про то, во что это выльется. Мы ничего не знали, что в Белом доме сидят, так сказать, советники из Соединенных Штатов, которые, в общем, очень правильно советуют. Мы ничего не знали о том, что первый человек, который узнал о том, что произошло в Беловежской пуще, был Буш-старший, которому Ельцин сказал, что, и вообще даже Горбачев не знает, вы первый, кому я об этом говорю. Но согласитесь, что это довольно странное дело, когда глава огромной великой страны докладывает о том, что произошло, в общем, другому лидеру огромной великой страны. Но! Не Китая, допустим, с которым у нас были отношения, а той самой страны, которая предложила нам разоружиться, разоружила нас, но не разоружилась сама. Отнюдь. Поэтому, так сказать, мы ничего этого не знали. Мы ничего этого не знали. И я ни от одного своего слова не отказываюсь, ни тогда, ни сейчас.